Твойнефтекамск.рф. Новости города. Форум. Доска бесплатных объявлений. Барахолка. Пиши по-русски. Твойнефтекамск.рф. Скорость, пусть и не самая высокая, но вполне достаточная для выброса адреналина. 3 минуты для особо нерешительных, кажется, растягиваются в вечность, а несколько кругов падений и взлетов доставляют катающимся особый восторг. Впечатлений море. И если взрослые еще могут сдержать эмоции, покидая новый аттракцион, то у детей они бьют через край. Первый раз страшно вообще, как будто она с рельсы летит. Вот это ощущение. Ну так, адреналин. Понравилось. Побольше бы таких. Я вообще первый раз такое вижу. Только по телевизору смотрела горки эти американские. Ну, подобие что-то, да? Интересно очень даже. Ну, для ребятишек хорошо. Весело, интересно. Я бы тоже покаталась. Боюсь. Мы довольны. Нам было страшно? Мне было страшно. Да. Первый раз было очень страшно на нижнем повороте. Потом уже привычно, не страшно было. Но круто было. Вообще вот круто, и в следующий раз приду с друзьями. Новый семейный аттракцион рассчитан как для детей, так и для взрослых. Единственное ограничение – рост не более 180 сантиметров, а вес не более 90 килограмм. Дети до 7 лет на Драконью гору допускаются только в сопровождении взрослых. Бой! Сам аттракцион, несмотря на китайскую стилизацию, российской сборки. Его стоимость более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Это самое дорогое приобретение в парке за последние годы и, пожалуй, самое современное. А также, что немаловажно, безопасное.